В Парке Победы заложили символический камень. На этом месте в ближайшее время будет воздвинут памятник чернобыльцам. Место памятника осветили представители трех религиозных конфессий. Аймтур Абдина продолжит тему. Представители трех религиозных конфессий осветили место, где будет воздвигнут памятник ликвидаторам аварии на атомной станции в Чернобыле. Памятник будет установлен в Парке Победы на юго-востоке. По словам чернобыльцев, к этому дню они шли долгие годы. Сегодня очень значимое событие. Сегодня нас услышали и пришли навстречу. То, что отозвались исполнительные органы власти, поставили сегодня вот закладки, участвуют в закладке, организовали это мероприятие, закладку камня. Я думаю, что это начало наших взаимных действий. Памятник планируют открыть уже в этом году. Средства для этого будут выделены из областного бюджета. По предварительным данным, из Карагандинской области ликвидировать аварию на Чернобыльской АЭС отправились около 2000 человек. Многих из них уже нет в живых. По области сегодня проживает 654 ветерана-чернобыльца, призванных по линии Министерства обороны СССР. В Караганде их число достигает чуть больше 200 человек. Сегодня у меня родились такие стройки, которые, я думаю, поддержим мы все с вами. Срывает ветер, борьбу с лесу. Аймтора Абдина, Диас Нурмуханов, Бауржан Ирмагомбетов, 5 канал.